Святые музыка – это то, что не требует перевода. За 20 лет Лили Бай конкурсанты со всех стран приехали показать свое цветочное искусство. Мы приняли гостей из России, Украины, Казахстана, Белоруссии, Испании, Голландии, Италии. Все страны приехали продемонстрировать свое цветочное искусство. Мы желаем вам любви, процветания. Мы благодарны за эту выставку, которая открылась в Русском культурном центре и в Театре Эстонии. Таллинский культурный департамент поддержал эту инициативу. Мы очень довольны. До новых цветочных встреч!